практически равная. Дальняя. Не в своей команде, не в команде соперника. Все прекрасно владеют мячом. На данный момент 1-0 выигрывает Самсон. Ну, по голу могу сказать только одно, то что это большая ошибка защитника, который принял и пошел в свою сторону ворот. Несмотря на то, что 3 человека нашего нападения было за спиной его, соответственно, получили из-за ошибки гол, а не за какой-то тактической остановки. Ну, игра в принципе, опять же повторюсь, очень равная. Игра равная абсолютно, и в центре поля мяч почти перелетает, не задерживается. Сейчас по первому матчу тайму могу сказать, что в основном идет борьба верховая. Мне показалось, что лучше пустить мяч ниже и внизу играть. Ну, в принципе, думаю, второй тайм покажет результат уже другой. Может, либо большая победа, либо большое поражение. Нашей команды я не скажу вам сразу. Но игра равная. Хотя в первом тайме, что у команды Березники получалось, а что нет? Ну, тайм, можно сказать, тяжелый. Игра, мне кажется, вообще не получается, потому что не можем контролировать мяч. Очень много моментов, которых нужно забивать, не получается. Поэтому, ну, ребята, соперники пытаются навязать свою борьбу, поэтому, не знаю, сейчас какие-то корректиры, думаю, тренер ведет, что-то будем менять. Игра равная или все-таки кто-то превосходит? Ну, я бы сказал, что, наверное, все-таки равная игра. В данный момент она более равная. То есть счет соответствует, да? Да. Поздравляем тебя. Скажи, как тебе играется? Отлично, хорошо. Очень ждал этого дня, хотел увидеть друзей, знакомых, эту команду, которую люблю уже на протяжении 15 лет. Так что с большим удовольствием приехал, играю. Получаю наслаждение в день рождения. А об игре что скажешь? Игра, ну, равная, сильная команда, хороший соперник, очень хорошо держит мяч, видит поле, перепасовывается. Поэтому посмотрим, еще второй тайм впереди. Так что победит сильнейшая или будет же ничья при хорошем стечении обстоятельств. Победили вы этот матч. Вот твой взгляд по поводу пенальти, потому что он стал таким спорным. Да, нет. Ну, очень сложно вообще оценивать такие моменты. По динамике мне показалось, что пенальти был. Но нужно будет смотреть видео. То есть это... А в целом по игре? В целом очень тяжелая игра. Молодцы Самсон, очень хорошо собрались. У нас не получалась игра. Плюс у них очень хорошо отыграл вратарь. Поэтому ну, тяжелая победа. Наверное, самая тяжелая из всех. Скажи, пожалуйста. Хороший вратаря нашего жалко. То есть, интересно. Кто сейчас на поле больше лидирует из команд? Не знаю, может это будет за нашего вратаря, но мы стараемся давить. Соответствует. Но тяжело бегать? Слава богу, есть замены, можно выкладываться. В первом тайме. Что получается, что нет? Ну, пару ошибок привели к двум пропущенным голам, пока равная игра идет. Ну, что получается, что не получается у команды? Ну, потихоньку получается, наработаем. Состав более-менее собран. Забиваете за счет чего? Забиваем? Проводим замену. Наверное, чувствуемся потихоньку, поэтому забиваем. Можно! Что можно сказать об игре? Что получается, что нет? Да все добре, все. Ну, чуть-чуть недостачи есть, но играем, как играем. А матча что получалось, что нет? Ой, ошибок много, работать надо над передачами в первую очередь. В принципе, то, что хотели, получили, результат нас устраивает. Надо еще работать, потому что много брак, очень много. Ну, в целом, вот где игра вот проходила больше, на вашей половине или на половине соперника? В целом, в принципе, на половине соперника, но вот в конце мы что-то потели. Соперник давил, но, слава богу, да, нормально. Отбились, на контратаке забили. Можно лучше, конечно, надо стараться. Матч, что получается, что нет? Ну, пока игра с моментами в две стороны идет. Много ли кто забьет первый гол. Подоби голову свою. Пока что 0-0, да? Этот счет соответствует игре? Ну, уже один где-то могли забить, наверное, но пока не получается открыть счет. Хотя матч, что получается, что нет? Ну, Спарта, конечно, сильнее, то есть, естественно, мы ожидали, что у них будет больше получаться, они более сыгранные, ну, исполнительные лучше. Но мы пытаемся играть вот строго в защите. Вот. Ну, не знаю, пока 0-0, боремся. Посмотрим, что будет дальше. Сказать об игре, подходит к концу первого тайма. Как можно характеризовать первую половину? Думаю, что пока довольно ровно все. С такой командой, как Спарта, как по мне, это неплохо. Пока. У нас
очень как бы хорошо, что собрался состав, потому что вчера еще там у нас, по-моему, 6 человек было, сегодня уже 12. И пришли довольно неплохие ребята. Что могу сказать про Спарту? У них техничные ребята хорошо играют, но у нас неплохая защита. Пока получается сдерживать это все. Mm-hmm. И у нас тоже было несколько моментов, могли тоже забить гол. Поэтому ровно пока. Сказать, в первом тайме? Ну, в первом тайме команда, видно, что находится на первом месте, не зря. Поэтому как бы действительно больше владела, больше атаковала, больше. Хотя, сказать по опасным моментам, мне кажется, у нас было побольше опасных моментов. Особенно после стандартов, как бы два раза, одна перекладина и два раза рядом после штанги. То есть, ну, игра по моментам равная, по, конечно, владению мячом, Спарта, конечно, больше владеет мячом.